Росада Монарда гибридный Блост Рамп, Дикий Бергамот Монарда Хибрида, используется в одиночных или групповых посадках, ландшафтных композициях, на газонах. Может выращиваться на срезку и для использования в лекарственных целях. Высота взрослого растения – 70-90 см, ширина куста достигает 50-60 см. Листочки зеленые, шершавые, с легким серым налетом. Пурпурно-фиолетовые цветки распускаются в июле и собраны в круглые соцветия корзинки диаметром 6-7 см. Цветет монарда гибридная Блост Рамп до августа, и все это время от растения исходит приятный медовый аромат. Монарда гибридная Блост Рамп – это травянистый высотой 70-80 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка фиолетовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 6-7 см. Весной листва по цвету зеленая.